Информационный портал «Авиапро» сообщает, что на фоне очередного усиления напряженности в Карабахе, это они так называют капитуляцию Армении, Турция намерена начать поставку Азербайджану беспилотных летательных аппаратов разведывательного и ударного типа, танков, средств РСЗО и, по всей вероятности, даже боевых вертолетов. «Авиапро» также заявляет, что такая серьезная модернизация азербайджанской армии связана с намерениями Анкары и Баку продолжить вооруженный конфликт в регионе. То есть, по версии «Авиапро», не Армения, отказываясь предоставить карты минирования, пытается продолжить конфликт, а Баку и Анкара, расширяя сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Более того, информационному порталу даже известно о подготовке турецкой и азербайджанской армиями вторжения в Сюникский район, то есть в Зангезур. Официальных подтверждений этим сведениям пока нет, заявляет информагентство, а язык их уже до Зангезура довел.